Задумывались ли вы о том, что с рождения являетесь гражданами великого государства России? А между тем, когда вы только появились на свет, ваши родители получили ваш первый документ, ваше свидетельство о рождении. Сегодня вы юные граждане России, вы учитесь в школе и только пытаетесь найти свое место в жизни, но окружающий мир полон противоречий. Ваши первые самостоятельные шаги могут сопровождаться ошибками, и если вы плохо знаете свои права и обязанности, то рискуете попасть в беду. Как осознать свои права и обязанности? Как научиться читать законы и руководствоваться ими? Что делать в сложных жизненных ситуациях? Зачем была создана Декларация прав человека? Обо всем этом вам расскажут на уроках и классных часах учителя. А вы постарайтесь эти знания использовать в дальнейшей жизни.